Дорогие коллеги, добрый день. Прошу уточнить, слышно ли меня? Да, отлично. Я уже вижу первые плюсики. Тогда давайте не будем тратить время и будем начинать. А я очень рада поприветствовать вас от лица международного туроператора Видитур Групп Урал на презентации нашего прекрасного проекта «Урал Привет» по приему и экскурсионному обслуживанию на Урале. Меня зовут Тимофеева Вера. Я думаю, что многие из вас уже знают об этом проекте, но наверняка есть и те, кто впервые сегодня познакомится с нашим проектом. Поэтому разрешите мне дать буквально короткую справочку, откуда и когда родился этот проект. Итак, «Урал, привет!» – это программа по приему и экскурсионному обслуживанию на Урале. Стартовала в мае 2016 года, и не случайно мы выбрали этот проект, потому что вы знаете, что мы являемся международным туроператором уже очень много лет по экскурсионному обслуживанию в Европе, имеем там свои офисы и Юго-Восточной Азии. И, конечно же, нам это дало хорошее качество организации проекта «Урал Привет», куда мы применили весь наш европейский опыт организации экскурсионных программ, каскадных программ, гарантированных программ. И также десятилетний опыт приема индивидуальных и корпоративных групп на Урале. Все вместе это позволило нам обеспечить высокий сервис и европейский подход к организации приема и экскурсионных групп на Урале. И, конечно же, за вот эти 1,5 года уже, ну, немного, но более 2,5 тысяч туристов съездили с нами по этому проекту, и мы получили исключительно положительные отзывы от наших туристов, путешествующих по Уралу. Что нам это дает и дало? Конечно, развиваться дальше, идти вперед, разрабатывать все новые и новые программы, в частности, необычные программы. Сейчас мы уже можем показать Урал с необычной стороны, интерактивные программы, нестандартные программы. И к работе над нашим проектом «Урал Привет» мы привлекли три департамента, которые сейчас успешно трудятся. Это большие департаменты. Департамент экскурсионного обслуживания отдельно, лечебного и оздоровительного туризма и департамент корпоративного обслуживания и МАИС. И именно детальная разработка и пошаговое тестирование при работе над каждой нашей программой, повторюсь, наверное, но обеспечивает и гарантирует сервис приема и обслуживания групп на Урале на европейском уровне. Итак, хотелось бы отметить, что осенью 2016 года проект «Урал Привет» был презентован в рамках межрегиональной рекламно-информационной кампании Visit Russia под брендом «Время отдыхать в России». Также мы презентовали наш проект во время международной промышленной выставки «Иннопром». И также наш проект мы презентовали и во время круглых столов Башкоркостан, знай наша, и в Казани. И мы одни из немногих были организатором мероприятий на тематический такой праздник «Покровский рубеж» и в 2016, и в 2017 годах. И главный наш девиз в любом путешествии путешествие любое должно быть не только увлекательным, интересным и активным. Самое главное, одно должно быть комфортным. Это номер один. И что позволяет выбирать нас в качестве приема и экскурсии на Урале, это вы видите и гарантированные групповые экскурсии, причем с присоединением от одного человека, наши знаменитые авторские программы, театральные, костюмированные, мастер-классы, тематические и так далее, только профессиональные лицензированные гиды и ассистенты и, конечно же, кондиционированный транспорт туристического класса. И сейчас я постараюсь очень быстро и немножко поподробнее раскрыть работу именно всех трех департаментов, трех направлений, которые трудятся над созданием «Урал Привет». Значит, в первую очередь
Мы говорим сейчас о департаменте оздоровительного и лечебного туризма. И именно почему СПА и Wellness на Урале? Мы здесь поставили себе задачу ломать стереотипы нашего мышления о лечении и санаторно-курортном оздоровлении на Урале. И почему? Потому что мы берем объекты и очень строго подходим к выбору именно наших объектов, которые мы представляем. В первую очередь, первый критерий – это уровень сервиса. То, что да, отличает, ну, не в лучшую сторону зачастую, наши здравницы. Второе – это только современный номерной фонд. Третье, наверное, одно из самых главных – это мощнейшая диагностическая и лечебные базы. Ну и, конечно, это инновационные и авторские лечебные и оздоровительные программы, которые настроены на улучшение качества жизни с гарантированным, заметьте, с гарантированным результатом. На данном слайде вы видите таких два объекта, представленных на Урале. Это Центр восстановительной медицины, справа он, это Турмалин, и оздоровительный комплекс «Белый камень». Вот здесь я хотела бы немножечко подробно, может быть, даже удивить вас, но если мы говорим, например, о Центре восстановительной медицины «Турмалин», во-первых, это размещение европейского уровня, нет ни одного похожего номера. В природной зоне расположено, со своими источниками. Отдельно лечебная, обеспечена лечебная высочайшего уровня база, как диагностическая, так и лечебная. Например, именно в Турмалине вы всегда можете пройти, не надо ездить на чекапы за границу, на так скажем, интенсивное обследование. Например, на нашем сайте вы увидите программы чекапов, то есть интенсивного обследования, как трехдневные, за 3 дня можно полностью обследовать организм, так и 5-дневные. Причем отдельно они делятся как для мужчин разных возрастов, для женщин отдельно и даже для детей 7 лет есть такие программы. Также здесь в Турмалине разработаны такие программы, уникальные программы, как чистые сосуды, как движение без боли, снижение веса у детей, различные сердечные программы, которые разработаны на разное количество ночей, и главное, все стоимости описания, показания и противопоказания вы можете посмотреть на нашем сайте. Также по санаторию, например, лечебно-оздоровительного, простите, комплексу «Белый камень», который расположен всего в 45 минутах от Екатеринбурга. Современная база на уровне 4-звездочного отеля, отдельные лечебные корпуса, а также, например, программы знаменитого, так бы я сказала, нашего врача Михаила Качиашвили, здесь представлены в «Белом камне», отдельно программы для леди, для дам, антистресс, детокс, тонус, отдельно для господ программ, антистресс-менеджмент программы, программы даже на уикенд, wellness-программы, можно поехать, за которые включают 16 процедур, и здесь пройти и отдохнуть за уикенд и подлечиться. Все эти программы, повторюсь, есть на нашем сайте. Точно так же, как и у нас, в помощь агенту вам представлены, так скажем, таблица, сейчас скажу, называется «Руководство по подбору санатория». Наши все санатории нашей области и соседних областей поделены на нашем сайте по областям. Свердловская, Челябинская, Курганская, Пермский край, Башкорстан. Все вынесено отдельно. И при этом в помощь агенту, так и называется, висит таблица. Называется «Помощь в выборе санатория». В этой таблице собраны все санатории нашей области, и вы можете по таким критериям, как место расположения, удаленность от Екатеринбурга, инфраструктура, что есть, начиная там от бассейнов, лечебной базы и так далее, затем инфраструктура для детей отдельно, питание типы и так далее. И вы можете сразу же выбрать для себя, вот по основным критериям, нужный санаторий. Также все программы, какие по лечению есть в санаториях, вы также можете посмотреть на нашем сайте отдельно, именно по подбору.
Итак, следующий департамент, который трудится успешно на реализацию проекта «Урал-привет», это корпоративное обслуживание и МАЭС на Урале. Да? Напомню, МАЭС это английский термин аббревиатура, как раз которая раскрывает полностью пожелания корпоративных клиентов организации поездок. Это встречи, инцентив, конференции и выставки. И более 10 лет опыт работы нашего корпоративного отдела. И ни для кого не секрет, что все-таки Урал и Екатеринбург, наверное, сейчас является номер один, одним из самых таких привлекательных центров для проведения корпоративных мероприятий, встреч и мейс-индустрии в России, потому что для этого, вы знаете, у нас огромная широкая база площадок для проведения мероприятий совершенно любого уровня, вот видите, от крупных слов до конференций, тематических всяких мероприятий и так далее, так и сейчас есть возможность проводить необычные тематические билдинги, экскурсии для корпоративных групп. И, например, также на нашем сайте, в этом департаменте, мы уже для вас выложили те примеры, которые мы осуществили уже с предприятиями, которые приезжали сюда. Например, из тимбилдингов необычный мы проводили, называется «Тропой шамана» по природному парку «Бажовские места», очень интересный. Есть интересный такой инсентив «Златоуст, город мастеров». Потом, конечно, это возможность не только предприятий, да, но и любых корпоративных групп, это встреча, знакомство с предприятиями горно-заводского Урала, в том числе и по обмену опытом, и просто с учетом, с целью знакомства, да, этого дела. Ну и, конечно же, европейский стандарт обслуживания. Департамент третий, да, наверное, может быть, для кого-то он тоже один из самых важных, конечно, это организация экскурсионного обслуживания у нас на Урале. У нас представлено огромное количество, широкий спектр экскурсий, но, конечно, мы их объединили в тематике, чтобы легче было, так скажем, и предлагать наш край, и в зависимости от пожеланий групп клиентов, что больше хотят узнать и посмотреть. Вы видите, что больше всего, конечно, программ – это история промышленности и культура Урала. Конечно, 35 программ, все они представлены также у нас на сайте, но их может быть и больше. Каждый день мы стараемся добавлять что-то новое. Очень актуальна военно-патриотическая тема. Неожиданно чрезвычайно интересна жизнь, быт и традиции горожан XIX века. Екатеринбург купеческий сюда же входит. Нельзя не затронуть тему семьи Романовых. Это светско-религиозная тема. Гастрономия. Гастрономия у нас есть только 5 программ. А скажу вам, что это и мастер-классы по лепке пельменей, это и день со вкусом Италии у нас называется на сыроварню, это и секреты крафтового пива в атомной прачечной, это и сладкие истории с посещением кондитерских фабрик, и гвоздь в шоколаде, это с посещением шоколадных фабрик. Очень, ну, наверное, самые вкусные, да, экскурсии гастрономические, как и везде. Охота и рыбалка, это мы отдельно поговорим, потому что это наше уникальное предложение, которое на ура стартовало. И, конечно же, огромное количество активных туров. Итак, что хочется сказать поподробнее. Значит, здесь вот как раз вы видите сейчас здесь фотографии с наших экскурсий. Что я хочу еще заметить, что сегодня во всей нашей презентации используются только все фотографии и видео только сделанные нашими туристами и нам предоставлены или сделаны нами самими во время этих экскурсионных программ. Например, здесь вы видите фотографии с программ «Эпоха Демидовых» на Урале, «Индустриальный Урал», «Купеческий Екатеринбург», «Романовы», мастер-класс по лепке пельменей. И последняя фотография – это как раз с нашего охотничьего хозяйства «Новый Вагель» вы видите здесь. Поэтому имейте в виду, конечно, мы здесь стараемся только все свое использовать. Итак, быстренько пробежимся, значит, по вот нашим тематикам. Ну, история, культура и промышленность Урала. Естественно, это огромная тема, и которая, конечно, включает в себя больше всего экскурсий. И именно на эти программы
включают в себя посещение не только Екатеринбурга, это и программы с посещением Невьянска и Нижнего Тагила, других городов Свердловской области. И в эту же программу, в эти же тематику входит посещение Ельцин-центра. Для примера, чтобы было понятно, просто зачитаю хотя бы 5-7 программ, названия, какие входят в эту историю. В эту тематику. Например, это старательский этюд с посещением экскурсия по Малышевскому изумрудно-бериллиевому комбинату. Это и легенды гончарного круга с посещением гончарной мастерской в село Таволги и Невьянска. Это и сюда входят все экскурсии под одним названием «Сделано в СССР». Их несколько, но все они связаны с посещением Музея советского быта в Екатеринбурге. Например, есть экскурсия общая с посещением, есть экскурсия «Пусть меня научат», квест о советских профессиях и вот такие разные. Например, сюда же входят «Как рождаются игрушки». Мы посещаем не только Невьянскую наклонную башню, но и фабрику мягкой игрушки. И «Карнавал прекрасных дам» – это экскурсия в музей кукол. И «Екатеринбург на связи» – тоже очень, кстати, одна из самых, хоть и бюджетных, но интересных, неожиданных экскурсий с посещением нашего главпочтампа и музея Решетникова. Ну и, конечно, эпоха Демидовых на Урале. Это наша самая длинная экскурсия с посещением сразу же 3 городов. И уральское золото, посещение учебно-золотодобывающей шахты Романовы и так далее. То есть это все эти программы, все описаны и рассчитаны есть на сайте. Следующая тема, которая, наверное, самая важная, актуальная и находит отклик и у взрослых, и у детей, и жителей, и гостей нашего города, очень важная военно-патриотическая тема. Как никогда она всегда будет актуальна, и, например, в этой тематике в первую очередь входит посещение музея боевой славы Уралы, который расположен в городе спутники Екатеринбурга, Верхняя Пышма. Музей был открыт 9 мая 2005 года. Это, наверное, один из самых больших и уникальных музеев России, не побоюсь этого слова, где собраны вся история нашей техники, все экспонаты под открытым небом на огромном пространстве и в закрытом павильоне. Так вот, здесь даже здесь есть новинка. Год назад открыт уникальный новый закрытый корпус, это автомузей, и тоже он входит в посещение в эти экскурсии. Также есть такая интересная экскурсия «Урал на страже». Урал на страже рубежей, и я вот скажу здесь, что именно в этой экскурсии мы посещаем, наши туристы посещают военно-исторический музей Центрального военного округа и музей космонавтики и ракетно-космической техники, потому что именно здесь вот и взрослые, и дети узнают всю историю отечественной боевой техники Урала и ракетостроения, и какой вклад наши уральские ученые внесли в развитие космоса и ракетостроения. Также все программы вы можете увидеть на нашем сайте. Как я уже говорила, чрезвычайно интересно не только гостям, но и, кстати, горожанам нашего города тема жизни, быт и традиции горожан 19 века. И как раз во время этих программ экскурсионных мы доказываем всем вам и нашим туристам, что путешествие во времени, оно реально, оно возможно. И достигается это именно тем, что эти все экскурсии мы проводим в виде театрализованных, костюмированных, интерактивных программ с полным, так скажем, 3D, 6D погружением именно вот в этот быт, в эти традиции 19 века нашего Урала, нашего Екатеринбурга. И это такие программы, как «Картинки с ярмарки», «Городские легенды», две части, «Самовар Самоварыч». Достаточно тоже интересно. И сюда же, видите, относится это с наших экскурсий «Екатеринбург купеческий». Здесь же можно посмотреть его. Нельзя не затронуть тему, конечно же, царской семьи Романовы в истории Екатеринбурга. В следующем году, в 2018, исполняется 100 лет со дня расстрела
семьи в Екатеринбурге. И я знаю, что вы, наверное, все знаете эту ну, трагическую да, историю, но в любом случае эта тема, она всегда актуальна, и она ну, у большинства жителей и гостей нашего города, она находит отклик все-таки ну, в сердцах и в душе, и проявляет интерес, конечно же. Романовы, венценосная судьба, семья, несколько программ у нас представлено, и еженедельные экскурсии эти, они достаточно, конечно, востребованные в любом случае. А вот про гастрономию я уже говорила, у нас различные мастер-классы, интерактивы, здесь можно себя почувствовать и таким мастером по лепке пельменей, и на сыроварне, и в различные сладкие кондитерские, все это есть, и для взрослых, для детей тоже это очень интересно. Это как раз фотографии с наших мастер-классов. У нас даже новогодний корпоратив, мы как раз предлагали и приглашали всех на мастер-класс по лепке пельменей, и затем их же все и кушали. А вот одно еще наше уникальное предложение. Это охотничье хозяйство Новый Вагиль, это река Лозьва, это Северный Урал, потрясающие места. На Урал у нас, не поверите, ну ладно, летний у нас уже прошел, даже осенний сезон, он весь выкуплен уже. Мы предлагаем в это хозяйство туры. Как на 4, так и на 5 дней. Один за другим можно ездить. Значит, хочу обратить внимание, что здесь, в зависимости от сезона, гарантированная охота и гарантированная рыбалка в зависимости от сезона. Значит, осень уже раскуплена. Фотографии вы видите, у нас их много. А зима, как только встанет зимник, мы сейчас, да, ждем где-то в ноябре, как только встанет зимник, у нас, смотрите, на сайте будет опубликована вся зимняя охота уже и все заезды. Что здесь важно? Вы видите внизу вот картинки, что здесь есть даже как ну, домики охотничьи, так и очень комфортное размещение, егеря, все там есть. Снегоходы, машины и так далее полностью обеспечено. Проживание есть очень комфортное тоже. И, конечно же, следите за тем, какие у нас будут цены, потому что в зависимости от того, как вот мы смотрели цены на те же самые охоты и рыбалку на северах, начинаются от 80-100 тысяч. У нас 4-5-дневные программы от 12 до 16 тысяч на человека, включая все, даже питание входили. Поэтому вот этот уникальный новый Вагиль наш, это такая находка и интересная программа. А вот это уже как раз зимнего Вагиля наши фотографии. И, конечно же, нельзя не упомянуть о том, что ну, отдых на Урале очень активен. Летом это и сплавы, и трекинги, и зимой это и снегокаты, и снегоходы, все, что только можно придумать, и квадроциклы, и катание на собачьих упряжках, и различные развлекательные программы, они все присутствуют у нас тоже. Немножко хотела я все-таки поподробнее. Программ очень много, о каждой не расскажешь, но наши три авторские программы заслуживают внимания. Хотелось о них остановиться. Это «Эпоха Бендемидовых на Урале», «Обители чудес» и новинка, которую я сегодня вам презентую на осень-зиму 2017-18 «Урал Великий». Итак, эпоха Демидовых на Урале. Это, конечно, наша первая дитятка. Это наша гордость. Я просто горжусь этой программой. Это 12-часовая полноценная программа. А именно программа эта стала визитной карточкой нашего проекта. Она первая у нас родилась и была разработана нашего проекта «Урал, привет!» от Никиты Антуфьева до князей Сан-Доната.
Ну, ни для кого не секрет, да, что с XIX века имя Демидовых плотно связывает Урал с Италией, а уездные города Невьянск и Нижний Тагил с прекрасной Флоренцией. И эту связь, вот эту эпоху и культур до сих пор, ну вот она прослеживается и сейчас полностью. Мы ее раскрываем вот во время этой экскурсии. И, конечно же, вот во время этой 12-часовой экскурсии мы и посещаем и Екатеринбург, и Невьянск, и Нижний Тагил, где полностью, вы знаете, восстановлена летняя дача семьи Демидовых. И именно на этой экскурсии можно получить ответ, что связывает Урал с Италией, что связывает Невьянск и Тагил с Италией, а Урал, например, с Наполеоном. Почему, например, на фасаде кафедрального собора во Флоренции дома красуется уральское кайло. И, конечно же, на этой экскурсии наши все гости узнают, как история создания нашей знаменитой падающей Невьянской падающей башни и проводится параллель, чем она отличается от Пизанской и как они связаны тоже между собой. Входит в эту экскурсию обед в тематическом кафе. И, конечно же, еще хотелось бы в защиту этой программы очень интересно сказать, что вы знаете, что осенью год назад, в конце 2016 года, эта программа у нас была на официальном уровне презентована на английском и итальянском языке в Италии, во Флоренции, в рамках культурного обмена между Россией и Италией. Вот это наша такая гордость. Далее хотелось бы, конечно, остановиться на также второй нашей авторской экскурсии «Обители чудес», за которую мы, кстати, получили благодарственное письмо от Центра туризма Свердловской области. Победители мы были в номинации «Лучший паломнический маршрут программа по Екатеринбургу». Но вы знаете, я хочу сказать, что все-таки эта программа родилась не только, может быть, даже не столько для паломников, сколько для светских туристов, которые реально интересуются историей создания монастырей и православных обителей именно здесь, у нас на Урале. Экскурсия проводится по трем красивейшим, самым красивейшим монастырям Екатеринбурга. Это и Ново-Тихвинский монастырь, и монастырь на Гадиной Яме, и самое главное, наверное, для большинства из вас будет, не буду раскрывать всю интригу, но вы даже не представляете, что из себя представляет монастырь Спасительницы Хлебов Среднеуральский. Это, пусть это будет вот такой интрига, это очень интересно, потому что именно вот во время этой экскурсии, которую, кстати, я хочу проводят только специальные православные гиды, которые специализируются на данной тематике. Обязательно это главное условие. И именно во время этой экскурсии мы узнаем не только историю, но и чудеса, которые до сих пор совершаются за стенами этих монастырей. Экскурсия продолжается 5 часов, это у нас. И новинка, которую хотелось бы сегодня вам презентовать уже на осень и зиму, наша семейная, исключительно семейная программа «Урал Великий». Она рассчитана для семей с детьми и для взрослых будет интересна и для детей. Причем она у нас и автобусно-пешеходная, и активно развлекательная, познавательная и развлекательная. Именно с погружением в традиции, культуру и историю Урала, потому что здесь входят в эту экскурсию мы включили 5 очень интересных основных тем, всего причем на 5 часов. Это, естественно, она начинается в Екатеринбурге, и затем мы посещаем границу Европы и Азии, обязательно вручаем именной сертификат каждому, да, по прохождению границы. Затем мы посещаем уникальный, один из новых парков хаски, там и самоеды, кстати, есть, там уже около 50 собак, хаски, самоеды с катанием, есть и большой круг, и малый, но самое главное, что еще в этой программе входит
20-минутное общение с собаками, это отдельно от катания. Мы их называем, вы, может быть, помните это, мы их называем целовашки, обнимашки, фотоняшки, чтобы можно было, все собачки, вы знаете, хаски и самоеды адаптированы полностью под людей, с ними можно поцеловаться, пообниматься, пофотографироваться. Затем именно здесь, на территории этого парка, у нас стоит кузня, будет мастер-класс в кузне, настоящая кузня с кузнецом, одетым как в 19 веке, можно будет самим меха покачать, и главное сделать, выковать свой гвоздь или подкову, или сердечко, кто что захочет. И именно здесь же на территории у нас русская такая изба, где мы предлагаем чай с блинами в русском стиле, и затем идет 45-минутная экскурсия, посещение уникального инновационного культурного центра с такой прямо интерактивной программой «Урал-Горнозаводская цивилизация». Он такой небольшой, но программа, на самом деле, которая дает полное, очень быстро полное, интересное именно интерактив, погружение вот от 290 лет назад, как все начиналось и чем мы можем здесь гордиться и что, чем Урал вообще славен. Поэтому добро пожаловать на новую нашу экскурсию «Урал Великий». А нельзя не отметить, конечно, наши партнерские программы, которые мы предлагаем уже второй год. Это очень интересные программы, это новый формат, я бы сказала, это новый, совершенно неожиданный формат экскурсионного обслуживания в Екатеринбурге на Урале, городские легенды, которых уже вышло у нас две части, первая и вторая часть. На самом деле это байки и истории, которые почти за 300 лет, да, за 290 лет придумали горожане и жители нашего города и нашей области. Но в каждой байке, в каждой легенде есть доля правды. И мы здесь доказываем, что, как я уже говорила, что путешествие во времени – это возможно, потому что мы презентуем вот эти истории, на самом деле, получается, это как обзорная экскурсия, но на базе легенд и баек, мистическая экскурсия полностью, но она в качестве театрализованной представлена, и вы в ней принимаете все участие, мистической, конечно, с полностью с переодеванием, и это очень интересная, конечно, программа, которая у нас продолжается и в этом сезоне. Обратите на нее внимание, очень интересно, и для взрослых, и для детей это неожиданно, потому что это как вы сходили в театр, но по своему городу Екатеринбургу. Нельзя не отметить наши программы для организованных групп туристов. Там, когда едут несколько семей, там это вместе вот, 10 человек и выше, и для индивидуальных путешественников. Здесь вот представлены только некоторые сборные туры, которые у нас начинаются от одной ночи, то есть 2 дня, 1 ночь, и дальше 2 ночи, 3 ночи и 4 ночи. Все в зависимости от того, какие входят экскурсии. Что здесь главное отметить? Что, как вы видите, мы предлагаем проживание в Екатеринбурге как в хостелах, а Екатеринбург сейчас располагает огромным количеством прекрасного, с высоким уровнем сервиса и обслуживания проживания в хостелах. Я думаю, что именно хостелы Екатеринбурга одни из первых в России, например, стали предлагать завтрак, потому что не свойственно для хостелов, не говоря уже о том, что есть и в хостелах у нас как двухместное, так и там, например, да, шестиместное и так далее размещение. Естественно, во всех хостелах уже давным-давно это бесплатный Wi-Fi и так далее. Очень интересная тема. Также мы предлагаем, естественно, уровни любой звездности. Но и, как вы заметили, это тоже наша новинка по Екатеринбургу. Мы предлагаем знакомую всем систему размещения в системе «Фортуна 3 звезды» или «Фортуна 4 звезды». Но смею вас заметить, что эти отели 3-4 звезды полностью отобраны нами. Все сертифицированы, все
соблюдают свою категоризацию. В этом вы можете не сомневаться. Все лицензии, сертификаты вам можем предоставить и так далее. Поэтому, естественно, если хочется бюджетно и качественно, выбирайте смело для групп по Фортуне 3 звезды или по Фортуне 4. Также скажу, что отели на окраине мы не предлагаем. Все эти отели в центральных районах Екатеринбурга, рядом с транспортом или транспортными развязками. И также здесь вот в правом нижнем углу хочу вас обратить внимание, туры – это пример. Если у вас есть семьи, несколько семей или просто организованные группы, как взрослых, так и детей, вот для примера, на 3 дня 2 ночи вы сразу же можете посмотреть тур «Екатеринбургский альбом». На примере этого альбома хочу рассказать, что вот будет включать. То есть это будет такое краткое, но самое, наверное, одно из самых полных знакомств с Екатеринбургом. Естественно, здесь уже цена с размещением в отелях. Например, какие экскурсии входят вот в эти 3 дня 2 ночи в «Екатеринбургский альбом»? Конечно, это обзорная. Полнейшая обзорная экскурсия по Екатеринбургу с посещением границы Европы-Азии. Конечно же, это Романовы венценосная семья. Здесь это тоже будет. Затем это музей, конечно же, Ельцина, Ельцин-центр сюда входит, и посещение Высоцкого, причем не только смотровой площадки, так и посещение музея Высоцкого. Вы знаете, у нас такой, он один из самых современных, знаменитых музеев Высоцкого. И на сегодняшний день это уже музей состоит из 2 этажей, 2 площадок совершенно потрясающих. Вот что может, да, вот в такое вот общее знакомство входить в Екатеринбургский альбом. Конечно, их у нас много, но вы для себя можете выбрать совершенно различные комбинации, посмотреть, что интересно посмотреть здесь. Также ведь можно предлагать, кто транзитом останавливается в Екатеринбурге. У нас есть Екатеринбург транзитный, кто проезжает, например, на поезде с остановкой, как на 1 день, так и на 2 дня можно сделать и уже гарантированную экскурсионную программу предложить. И наша гордость, наш проект, уникальный проект – называется «Каникулы без гаджетов». Это проект для детей, для школьных групп. И создан он, конечно, в первую очередь в помощь родителям и в помощь учителям. Это уникальные тематические экскурсионно-образовательные программы. Их более 40. На самом деле целью разработки этих программ стало желание познакомить наше подрастающее поколение с традициями, историей, народными промыслами, культуру именно Среднего Урала. Потому что, поверьте, нам здесь есть чем гордиться, ой-ой-ой как, и есть что передавать из поколения в поколение. И целью этих программ – это однодневные программы-модули. И целью этих программ является, конечно, заинтересовать детей с помощью вот экскурсионного, активного, познавательного насыщения, чтобы они забыли про свои гаджеты хотя бы на 1 день и вернуть детям, а может некоторых даже и познакомить именно с ценностью вот простого человеческого общения. Как это здорово! Вы найдете у нас... Мы, вот еще раз, да, вот скажу, что это все программы адаптированы под образовательные программы, но при этом, естественно, они и развлекательные, и активные, и интерактивные. И вот у нас представлено 40 тематических вот этих вот программ, да, которые, модулей, и вы можете их миксовать, вы можете выбирать из этих более 100 вариантов
мы посчитали, можно каникулы без гаджетов между собой для детей предлагать. Как однодневных, так и можно на уикенд составить, полностью уикенд, например, 3 ночи, 2 ночи в Екатеринбурге. Можно целую каникулы, все 7 дней составить из этих тематических, не повторяющихся между собой, вот именно экскурсионных модулей программ. И самое главное, вот именно вот такая зеленая, вы видите, да, вот такой зеленый модуль «Каникулы без гаджетов» с перечеркнутым телефоном, вы найдете у нас на сайте прямо вот такой кубик, и вы, не поленитесь, вы можете скачать, там более, там, наверное, около, не знаю, 70 страниц, вы можете скачать полностью все эти программы, цель этих программ, для того, чтобы вам было удобно работать с группами, с детьми у вас, они будут уже распечатаны. Это все есть, пожалуйста, для скачивания, все возможно это на нашем сайте. Вот вроде бы и все. Хочу сказать, что напомню, что отдых для нас на Урале должен быть не только интересным, активным, познавательным, полезным, но и комфортным. Гарантируем, что мы вам покажем Урал с новой стороны, с необычной стороны. Но я бы не хотела еще пока с вами прощаться. Я бы хотела вам, чтобы вы, кто хочет, приехать к нам в Екатеринбург. Мы дарим 5000 рублей на экскурсионное обслуживание по программе «Урал Привет». Причем этот сертификат на предъявителя, можете приехать сами, можете отправить ваших туристов. Кому не сложно, запишите, пожалуйста, вопросы, всего 5 вопросов, которые нужно отправить, я сейчас следующим кадром покажу, на какой электронный адрес, и первому правильно ответившему мы презентуем наш сертификат. Итак, с какого года началась история демидовских заводов на Урале? На какое охотничье хозяйство в рамках проекта «Урал Привет» организуются туры на рыбалку и охоту, его название. Как называется новая авторская программа проекта «Урал Привет» и какие объекты входят в программу показа? Когда был открыт музей военной техники УГМК в Верхней Пышме? И как называются тематические экскурсионно-образовательные программы для школьных групп и сколько программ в данный момент существует? Увидит тургрупп Урала. Скажите, пожалуйста, все ли записали? Давайте так, я сейчас покажу, куда нужно отправлять ответы. На почту vedi8@vedi-ekb.ru. Первый участник, правильно ответивший на все вопросы викторины, получает сразу же сертификат, он уже напечатан на экскурсионное обслуживание. Следите за подведением итогов викторины на нашем сайте. Запишите, пожалуйста, наш сайт vedi-ekb.ru. Именно так и набирать. Не vedi-ekb, а vedi-ekb.ru. Все программы «Урал Привет» вы найдете там и по корпоративному, и по экскурсионному, и по лечебно-оздоровительному. Там у нас собраны уникальные руководства по продажам. Теперь все записали vedi8@vedi-ekb. Теперь еще раз оставлю на минутку, давайте так, наши вопросики, большинство из которых, конечно же, мы озвучили в нашей презентации. Я прошу прощения, что я не смогла ответить, может быть, в течение презентации, вы знаете, на ваши вопросы, которые были по ходу. Вы присылайте их все нам. Мы вам сегодня на все вопросы, я вам гарантирую, на VEDI8 присылайте вопросы, мы вам на все вопросы ответим. Потому что, сами понимаете, читать вебинар и отвечать на вопросы, отвлекаться, это достаточно тяжело, но и займет много времени. Спасибо вам, что вы были с нами. Кто не был, обязательно посмотрите наши ссылки и этот вебинар. И добро пожаловать в Екатеринбург и на Урал.
Нам есть, повторюсь, чем гордиться, нам есть, что вам показать. И даже если вы были, мы гарантируем, что мы вам покажем Екатеринбург и Урал с новой, необычной стороны. А всем спасибо, добро пожаловать. Хорошего дня, пока-пока.